Всем привет! С вами Максим и Лекс. Мы играем в вторую игру, вторую дуэльку между собой, ну и такую. И будем... В этот раз у нас чернокнижник против шамана. Да-да-да. Опа! Посмотрим, что из этого выйдет. Это мне не нравится. Вообще не нравится. Давай. Ну ходи, пропускай ход, что ты сидишь ты. А, да? Я думал, что ты ходишь. Смотрю, главное, тебя, думаю, что ты не ходишь нихера. Нормально, все нормально. Я сверну тебя и понимаю, то, что ты забыл пропустить. Да я тут чаёк, думаю, попить за это время. Вот, на самом деле, вот эти две карты, они самые стандартные. Вот этот крокалиск и этот динозавр вот этот. Ну, да, они самые стандартные, не спорю. Вот, а динозавр довольно охеренный, на самом деле. Опа, это неприятно. Как тебе динозавр? Так себе. У меня получше есть. Ну фиг знает. За две маны он вроде две маны, да, стоит? Да. Три атаки сразу. Совпадение или это? Крокодил? Ой, дракон. Да. Динозавр, это твой, по-моему. Опа. Понятно все. Нет! Я так думал, на самом деле, что-то такое будет. Что ты его обнаружил. Я на это не рассчитывал. Ну так вот, есть чудесный дракончик, карта тоже за 2 мана 3-2. И, короче, на нее нельзя юзать заклинания и спелла героев. То есть маг, например, не может в нее пострелять. И так далее. Это мне нравится больше всего. Прикольно. О, телефончик. Секундочку. Ну давай, я тебя пока буду побеждать. В это время. Короче, ваши существа. Жесткая карта. В общем, надеюсь, он меня не слышит в данный момент. Ну, давай, говори. Я пошел в жопу, значит. Я так и знал. Да, как бы сидел тут, особо далеко не выходил. Опа! Ну, прям такие вот... Лучший ход, братан, ты что? Блин, вот плохо, на самом деле. Хотя неплохо. Я догадываюсь. А, нет. Не догадывался даже. Сука. Ну да, плохо получилось. О. Эх. Я уже вижу исход того, что я сейчас сделаю. Ну ты видел, да, что у меня за карта выпала? Да, да. Ну, короче, если она попадет в две крайние, то, короче, я лох. О, нормально. Не только что я хотел. Я хотел, чтобы она попала в левую и в правую. Я думаю, короче, знаешь, она попадет в сержанта и в вепря. Сержанта? Ну, бронящийся сержант. Сержант. Стержант. О, вовремя, чувак. В смысле вовремя? Ну, ты из нового этого демона своего. Ну да ладно. Эх, нехорошо, конечно, нехорошо. Так, что если... Так... Фастер, стронгер. Давай быстрее. Окей, сейчас я подожди. Интересно. Это была ошибка. Спасибо. Пытыщ, выстрелы. Стрелы летят. Только не это. Или только. Полька? Это. Какая полька? О, знакомые лица. Да. Динозавры какие-то, что несут вообще? О, себя коцаешь, да? Умираешь. Опа. Все, короче, GGVP. Так только кажется. Да не, все, GGVP. Хотя да. Хотя да, так только кажется. Тебе сейчас что сделать? Не буду говорить, что сделать. Вот это сделать и вот это сделать. И все. Окей. Сейчас. Мертвы сразу все персонажи. Ладно, сейчас так сделаю. Но ты этого не сделаешь. Может, ты испугался? Это я спустил собак. Только не это. Давай, умирай. Ну уже, умирай. Ты козёл, конечно. Ну ты и козёл. Хорошо. Очень даже хорошо.
насрать на него. Спать. Да я сам офигеваю. Че творил-то тебе? Ну как меня бесит этот носорог. Ух, как бесит. Ух. Ух. Попробуем так. Обидно, как всегда. Не так, как я хотел, вышло. Чё за хейт, понять не могу. Ебануться, бля. Ага, ой, я уже вижу исход. Ой, никакой, как неприятно сейчас будет. Исход войны. Только... А ладно, в принципе, не так уж плохо. Ну, будет похуже. Опа, бафнулся. Приятно. Да, неприятно. В смысле? Мне приятно очень. Очень приятно? Так, ладно. Я не знаю, что с тобой делать, на самом деле. Очень приятно, Геннадий. Давай, давай. Но это слишком жестко. Ты умираешь. В смысле? В смысле жестко? И все, да? Да. Вон. Кому он сейчас хпшку дал? Два раза авангарду. Вижу, вижу. Я просто думал один раз, он два дал. Угу. Отличненько. Но все равно это не спасает его. От твоих гиен. Да. Гигиен? Что? Гигиен. Биджба. Получай. О, лит. Сейчас летальную роти нанесу, подожди. Сейчас тебя пиздану. Вот карта жалко не та дропнулась, еще бы вообще норм было. Ну, сейчас, если ты сейчас не убиваешь никого, то я выигрываю. В смысле? Подожди, нет, все нормально, я сдаюсь. Это, думаю, для тебя и так элементарно. Самое разумное я здесь вижу. Но я знаю, тоже вижу разумное. Будешь ты это делать, не будешь. О, ты тоже самое увидел, что и я. Обидно. Точнее, обиджба. Обиджба, да. Ну, поехали. Так. О, все, ошибка. Вот это нет, это нормально. Эту ошибку. Блин, ну что ж так. Вот два хп бы дали, да, этому провокатору, и все, я бы жил бы. Жил бы, не тужил. Просто забей. Да не, все, ты победил уже. Ну фиг знает. Да не, не победил. В прошлый раз так же говорил. Да не, там я ничего не говорил, там я угорал. Тут я серьезно говорю. Ну серьезный тип, все, давай. Сейчас вождь, короче, великанов. Ой, великанов. И толк от него. И он просто такой здоровый, такой выходит на... На тебя наступает. На арену, да. И ты умираешь. И ты такой, я же говорил, что я проиграл. И ты такой, думаешь потом, и осознаешь, что ты выиграл. И такой, как там песня-то пелась, руки Бальбоа? Тон. Не это. Ну ладно, потом вспомню. Потом тебе спою. Соло будет тебе на пианине, бля. Соло на пианино. Какой-то в грифе. Короче, смотри, даже если бы ты ему дал 2 хп своими демонами, ну, получилось так, я бы вот так сделал бы просто и все. Но я проиграл, и я сдаюсь, потому что это... Мне не пришла карта, которая мне нужна. Блин, ну ты козел. Да иди в жопу. Я бы мог убивать. Я требую реванша. Сразу, давай, фастом. Все. С вами был Лекс, с вами был Максим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока. Пока. Фаст.